Всем привет! Сегодня мы ведем репортаж с одного хорошего комьюнити, которое расположено в Метро Вест. Это город Орландо, хороший райончик. Вот так выглядит дом. Мы сейчас его посмотрим изнутри. Я вам расскажу о цене и так далее, все об этом доме. Дом продается от хозяев, не от банка. Состояние хорошее, поэтому такие вот потолки здесь интересные под наклоном, то есть это уже крыша там идет. Дом одноэтажный. Здесь вы видите карпет, напольное покрытие и плитка тайл. Этот дом, сейчас вам расскажу, сколько в нем комнат. В нем 3 спальни. Так вот, это одна спальня. Тут тяжело понять, это, наверное, мастер-бедрум, я так полагаю. Так вот, посмотрите, какие потолки. Центральное кондиционирование. Это здесь везде. Так, проходим дальше. Так, сколько здесь ванных комнат? Здесь 2. Вот там уже следующие дома. Так, год постройки 99-й. Это многочисленные шкафчики для одежды. Это очень все стандартно. Так, здесь вот ванная комната. Смотрите, вот ванная, вот душевая кабинка. Здесь вот так отдельно. О, слушайте, вот такая вот комнатка еще здесь есть. И туалет отдельно. Вот туалетная комнатка отдельно. Шкафчики. Так. Гараж здесь на 2 машины. Вот смотрите, комната, где стирают белье, сушилка. Это все входит в стоимость. Раковина, значит, здесь где-то недалеко есть гараж. Вот и зашла. Гараж. Гараж на 2 машины. Это кондиционер. И вот такая основная часть. Нагреватель воды. Даже полочки есть. Вот такой вот просторный. Так, в принципе, все достаточно чисто. Дом не убитый. Так, посмотрели гараж. Закрываем дверку. Это, по-моему, система безопасности. Ее можно будет подключить. Так, и вот она кухня. Это, конечно, каменное покрытие, но техника в хорошем состоянии. Я бы сказала, даже новая. Возможно, ее сюда новую поставили, вот эту плиту. Здесь есть ручки, обратите внимание, далеко не везде есть ручки. Ой, боже мой. Тут прикрутили. Так, раковина. Вот здесь вот основной зал. Тоже карпет. Достаточно просторно. Потолки достаточно большие. Так, вот еще одна ванная. Уже без душа. И еще вот они спальни. Вот они 3 спальни. Вот 1 спальня, 2 спальня. Ну, вот она, мастер-бедрум, значит, это 3. Вот это, видимо, предполагается как кабинет к мастер-бедрум. Вот эта комнатка. Видите, она закрывается прозрачной дверью. Стоит этот дом 285 тысяч. Хотелось бы посмотреть земельный участок, какой там. Сейчас я вам покажу из окна. Он здесь стандартный, 10 800 квадратных футов. Это небольшое патио я вижу.
соседние домики. То есть это такой стандартный участок. Может быть, с другой стороны я лучше покажу. Да, в нем еще и заблудиться можно. Вот. Так, вот с этой стороны соседний домик. Там у них патио. Ну, вот, в общем, тут только постригли траву. Так, тут, в принципе, не так много места. Вот так. Сейчас я вам еще его снаружи покажу. Что я забыла сказать? Забыла сказать, что это блочная конструкция, не деревянная. Так, сейчас снаружи его покажем. Всего. Так, я хочу снаружи еще показать. Вот такой вот он красивый. Комьюнити, кстати, это открытое. Без ворот. За то, что HOA $160 за 3 месяца. Недорого. Это обслуживание дома. Налоги в год здесь 3 733 тысячи долларов в год. 3 733. $146 за квадратный фит получается. А общая площадь 2367. А под кондиционером 1949. Крыша шингл. Вот он, этот домик. Посмотрели. Едем дальше. Всем пока.